Приветствую вас. Вообще, вы знаете, есть, я бы сказал, как бы так вот выразиться, есть некое противоречие, что ли, в том, что вы пишете. Потому что, знаете ли, на мой взгляд, нельзя одновременно поставить человека на место, да, и в то же время наладить с ним общение. Как мне кажется, что это все-таки что-то такое взаимоисключающее друг друга. Поэтому вы, пожалуйста, решите в первую очередь, чего же вы хотели бы. Хотели бы вы с отцом общения наладить или хотели бы вы поставить его на место, потому что поставить его на место — это значит не наладить общение. Вот. Можно наладить общение, и тогда человек, как бы это странно ни звучало, поставится на место в какой-то степени сам, но это требуется, конечно, определенное время. Сразу эта ситуация, к сожалению, не произойдет. Сразу подобная ситуация невозможна. Вот. Мне очень жаль, но это вот, к сожалению, это так, к сожалению. Следующий момент, на который я хотел бы обратить, наверное, ваше внимание, это момент, связанный с тем, что, судя по всему, именно вы сомневаетесь в себе, судя по всему, именно вы сомневаетесь в том, что вы ценны, вас, судя по всему, занижена самооценка, вы, судя по всему, сами себя обесцениваете, да, со слов отца, может быть. Да, вы сами себя обесцениваете, вероятно, из-за отца. Но, будем честны, легче всего обвинить человека в том, что он вас принижает и так далее, чем вот, собственно, разобраться в себе, почему вы сами себя обесцениваете. Ну, происходит это, как правило, по той простой причине, что вы в глубине души соглашаетесь с своим отцом, соглашаетесь с его позицией по отношению к вам. Вот. И именно из-за данного аспекта у вас и возникают трудности. Что это значит? Это значит, что отец, к большому моему сожалению, приучил вас потому, что вы какая-то не такая.
приучил вас к тому, что с вами что-то не так. Приучил вас думать о себе плохо. Сейчас ничего кроме агрессии вас это не вызывает. И, может быть, многие вещи вы делаете для того, чтобы убедить, чтобы доказать папе, что он не прав, либо наоборот, еще больше тебя принизить в его глазах, но какая разница, и так уже, и так он думает о вас плохо, ну вряд ли будет думать о вас еще хуже, думаете вы. Вот, и ситуация, конечно, весьма печальная, ситуация, конечно, весьма грустная, вот. На мой взгляд, конечно, ситуация очень грустная, вот. Тем не менее, вы соглашаетесь с своим отцом. Сейчас это основная ваша проблема. Вот. Ну, не соглашаться с отцом тоже непросто. Вот. Потому что, ну, как с ним не соглашаться, да, если вы привыкли, если он, как вы говорите, вдалбливал вам это на протяжении всей жизни. Вот. То есть вас понять можно, конечно, в этой ситуации. Но, тем не менее, вот. Обратить внимание на то, что вы, по сути, продвигаете позицию отца, да, вот, а не свою позицию. Очень важно, потому что, ну, это действительно большая позиция отца, потому того, что вы какая-то не такая. Вот, собственно, может быть, вся эта история с ребенком, вот, с которой вам тоже нужно поработать, да, то есть вот тоже нужно понять эту ситуацию, как она у вас развивалась, вот, как так вышло, что, ну, что ребенок у вас, что вы беременны, точнее, да, что вы беременны, вот. Как бы с отцом у вас есть некоторые трудности. Вот, это нужно исследовать, потому что ситуация достаточно важна, а вы можете, ну, себе навредить. Вот. Как вы понимаете, этого бы не хотелось. Вот, поэтому тут тоже нужна помощь вам. Дальше. Вы пытаетесь, на мой взгляд, спорить с отцом, вот, что является ошибкой, потому что спорить с с папой бесполезно, совершенно у него есть своя позиция, эту позицию он пытается продвигать, вот, и, ну, в общем наверное, в этом, наверное, нет ничего необычного, в том, что он пытается свою позицию
подвигать. Вот. Но идея, конечно, в том, что споры с ним вы не делаете себе ничего хорошего. Вы делаете себе только во вред. А для него подтверждает, что он прав, потому что видит, как вы видит, как вы на это реагируете, видит, как вам, ну, может быть, не, ну, может быть, неприятно, да. Вот, и, соответственно, это его мотивирует продолжать свое такое поведение. Вот. Пускай даже он не особо надеется на результат. Дальше. У вашего отца есть определенные основания вести себя с вами подобным образом. Как бы это не было бы негативным для вас. Вот. И на мой взгляд, вам вот лучше, что вы можете сделать, это принять своего отца. То есть сейчас вы пытаетесь его переделать, сейчас вы пытаетесь его поменять, сейчас вы надеетесь, что его отношение, его поведение, оно какое-то вот, ну, знаете, какое-то не совсем обычное, что оно ненормальное. Его можно изменить. Но, к сожалению, если можно изменить, то, ну, вот, не вам. Да? То есть вы, как раз таки, изменить это не в состоянии. Именно вы изменить это не постоянно. Вот, у вас сейчас есть проблемы, вот, которые он, значит, с которыми, точнее, он научился справляться посредством вот такого отношения к вам. Вот, поскольку у вас нет речи про маму, то, вероятно, вы были вдвоем. Если вы были вдвоем, то отец проецирует на вас свою мужскую неудовлетворенность. Вот это тоже, к сожалению, вот важно понимать, да, то есть это неприятно, ну, вот, вне всякого сомнения, это неприятно, это не может быть приятно, в принципе, но это вот такая история, и вполне вероятно, что это так. Поэтому я вам говорю о том, что у вашего отца, может быть, есть вот какие-то такие вот основания для того, чтобы к вам относиться подобным образом. Ну, то есть он может быть, ну, не способен относиться к вам по-другому. Поэтому вам нужно быть готовы к тому, вот, что, значит, ну, что так будет всегда. Вот. Это такой момент. Значит, так. Вот вы пишете, что он субан с мамой воспитывали моего ребенка, а именно жизнь доллара поцеловала меня прям на сердце. Холодило от близкого любимого отца, это очень больно слышно. Как-то вот, что вы имеете в виду, говоря, любимый, прям не очень понятно, потому что если он так всю жизнь поступал, как вы говорите, ну, довольно странно, что вы его до сих пор называете любимым человеком. Вот. Ну, мне так вот видится эта история, да, то есть, что, ну, странно, что вы его называете любимым до сих пор.
там. Потому что, ну, как может быть любимым тот, кто вот так вот там носит. То есть тут, опять же, не совсем понятно, да? Тут, опять же, не совсем ясно, как у вас вот все это развиваться. Вот. Ну, ожидания у вас есть, очевидно, есть ожидания достаточно такие вот свои устоявшиеся ожидания от отца. Вот, в том, что вас не особо волнует, может ли он удовлетворить, ну, вот, ваши ожидания или нет. Вот, вам важно просто, что эти ожидания есть и все. Вот. Ну, мне кажется, что это тоже в какой-то степени, наверное, деструктивная позиция, потому ничего хорошего вам она не дает. Вот, ну, позиция ваша. Я думаю, что примерно такой ответ я могу вам дать. Вот. Исходя из того, что вы пишете. Так, дальше. Мне постоянно на месте следует эту отругу вообще. Я думаю, что путем к этому, вот, в какой-то степени, да, было бы если бы вы двигались исключительно своим путем, вот, если бы вы двигались исключительно только вот своим путем, да, и все. То есть, если бы вы не нуждались в отце, да, если бы вы не имели каких-либо ожиданий от него, вот, если бы самое, наверное, главное, если бы отец чувствовал, что это так, что вы в нем не нуждаетесь. А сейчас получается так, что он знает, что вы зависимы от него. По сути дела. Понимаете, какая штука. Вот. И если он знает, что вы от него зависимы, но он и будет вести себя таким образом, вот так он будет себя вести. Вот, просто потому что по-другому мотивации вести себя у него попросту нет. Понимаете? Такая штука. Вот. И для того, чтобы сгладить углы, вам нужно, ну, наверное, не реагировать. Так, не реагировать так, как вы реагируете. Вот. Сейчас. Например, на своего отца. Вот. Реагировать может быть немножко иначе, реагировать может быть немножко по-другому, более спокойно, принимающе и так далее. Но сначала вам нужно в таком случае, я полагаю, вам нужно поработать с собственной уверенностью в себе, потому что вы себя обесцениваете. Следуя позиции отца, вы себя обесцениваете.
Вот, и до тех пор, пока вы будете себя обесценивать, вот, ну, ситуация не изменится. Вот. Но с чего бы ей, собственно, с чего бы ей меняться, да, с чего бы меняться этой ситуации, вот. Ей меняться совершенно нечего, вот. А, значит, детско-родительские отношения нужно прорабатывать вам. Отношения с отцом, вот, то, что вы пытаетесь быть для отца чуть ли не идеальный, вот, значит, ну, причем вы обречены на провал, потому что у вас, ну, не получится добиться любви отца, если он на любовь не способен. Вот, а жизнь свою прожить пустую, в том числе взаимодействие с мужчинами, которые, ну, не очень серьезно к вам относится. Вот, вы можете. Поэтому на это я рекомендую вам обратить свое внимание. Вот, мне кажется, что у вас присутствует некоторое чувство вины. Я могу ошибаться здесь, но мне так кажется, что есть у вас чувство вины перед, может быть, отцом, может быть, перед мамой, но это вряд ли, потому что про маму вы не говорите ничего практически. Вот. Один раз ее упоминать. Поэтому отношения с мамой, конечно, интересны. Вот, но не совсем понятно, какие они. Вот. А вот, в принципе, то, что я могу вам ответить сейчас. Это, наверное, все. Вам нужна психотерапия. Вам нужна работа с специалистом по вопросам, которые вас волнуют, беспокоят. Так, в общем-то, это не решается просто чтением советов, да, и ну, публикации ответов значит, на общий вопрос. Вот это работа. А вам нужно решить для себя, готовы ли вы к этой работе. Хотите ли вы заниматься этой работой? И если да, то мы вам обязательно поможем, сделаем все возможное. Вот. Научитесь безконфликтному общению, будете меньше реагировать на отца и станете по-другому его воспринимать. Вот. Вообще это, наверное, самое даже главное, самое важное, чтобы вы научились воспринимать отца иначе. Вот. Не как своего отца только лишь, но как еще и человека,
как человека со своими проблемами, как человека со своими трудностями, вот, человека со своими сложностями, человека со своими конфликтами. Вот, это очень важно. Если вы можете это сделать, если вы в этом направлении сможете двигаться, то у вас есть довольно хороший шанс качественно улучшить свою жизнь. А если вы к этому не готовы, или если вы сомневаетесь в том, что хотите этим заниматься, ну, в таком случае ситуация не изменится. Вот, к сожалению. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена.